В Великом Новгороде прошел смотр-конкурс 19-го фестиваля карнавального костюма «Золотая пуговица». В этом году участниками стали более 100 человек. Самые популярные номинации – герои сказок, герои мультфильмов и карнавал «Золотой пуговицы». Друзья, давайте поаплодируем прекрасной зимушке. Вспоминая все советы родных, юная модель грациозно вышагивает по сцене. Двигаться, как царевна-лебедь, трехлетнюю Дашу научила тетя. И именно она создала для племянницы этот белоснежный наряд. Каждая деталь сделана вручную. Это зимушка-зима. Я его делала на протяжении полугода, каждую свободную минутку. Отдельно связала снежинки разных размеров, обшила их бисером, бусинками и хрусталинками. А вот Аня Михайлова уже опытная участница фестиваля. Девочке 9 лет, и столько же раз она выступала в «Золотой пуговице». Сменив прошлогодний образ под названием «Домино» на блестящее элегантное платье и шляпку, девочка уверена, на этот раз первое место будет за ней. У меня снежное вдохновление, костюм. Тут у меня цветок, и я украшена цветами. Все участники старательно репетировали свой выход. Важен каждый шаг и жест. Строгое жюри сложно удивить только эффектными костюмами. «Золотая пуговица» проходит уже в 19-й раз, и нарядов они повидали сотни. Поэтому, чтобы победить, участникам необходимо полностью до мельчайших деталей продумать образ. И кажется, это сделал каждый. Судьи признали высокую подготовку модников и модниц. К слову, у новгородцев в этом году появились серьезные соперники из других регионов – Петербурга и Пскова. Даже с больших городов есть интерес приехать к нам, в Великий Новгород, и продемонстрировать свое умение. В этом году много молодежи принимают участие, много интересных эксклюзивных костюмов, которые сделаны именно вручную. Это не приобретенные материалы, а созданные материалы. Это не аппликация, а ручная вышивка. Механизированные костюмы, раскрывающиеся крылья, раскрывающиеся цветки. Неземные русалки, смелые царевичи, ослепительные снежные королевы уступали сцену моделям в костюмах народов мира, героям мультфильмов. Немало удивила нашу съемочную группу юная Минни Маус. Ее костюм создан из обыкновенных воздушных шариков. Как? Секрет авторы не выдали. В общем, галоконцерт обещает быть зрелищным и ничем не уступать итальянским карнавалам. Финальный показ 19-й «Золотой пуговицы» состоится 4 февраля в 3 часа дня на сцене концертного зала ДК «Город». Юлия Бабич, Евгений Васильев, новости Новгородское областное телевидение.